Приветствую вас на канале Елена Мурзилка. Готовим сытный и вкусный салат «Эгоист». Для такого салата нам нужно 300 грамм отварного мяса. Я беру говядину. Вы можете брать любое другое. 150 грамм огурцов. 2 столовые ложки соленого арахиса, 100 грамм лука, 3 столовые ложки сухариков, либо можно взять ржаной хлеб, порезать кусочками и подсушить в духовке. 2 столовые ложки растительного масла, у меня обычное подсолнечное, вы можете взять оливковое или другое. И соль по вкусу. Лук нарезаем мелкими кубиками, разогреваем сковородку, отправляем на нее масло, лук. И дальше поджариваем до полупрозрачного состояния. Пока пассируется лук, нарежем мясо. Мясо можно нарезать кубиками или полосками. В этот раз я нарежу мясо на вот такие полоски. Когда лук готов, убираем его с плиты и даем полностью остыть. Огурцы нарезаем вот такими полукруглыми ломтиками. Нарезанное мясо отправляем в удобную посуду для смешивания салата. Добавляем к мясу пассированный лук. Дальше добавляем нарезанные полукольцами огурцы, арахис, сухарики, салат солим по вкусу, аккуратно мешаем . Если масла не хватает, можете добавить еще. Дальше салат отправляем в холодильник на 30-40 минут. Получается вот такой сытный, вкусный и полезный салатик. Друзья, если вам понравилось такое видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, чтобы не потерять этот рецепт и не пропустить новые ролики.